Уважаемые болельщики, любители мини-футбола, Сыктывкар, универсальный спортивный комплекс, отбиваются все, вы знаете, когда и почему. На подставление Безлов представляет город Пермь. Какой момент? 1-0. 1-0. Клоп представляет город Пермь. Какой момент? 1-0. 1-0. А с 6 метров. 6 метров это всегда опасно. Комментаторская кабина. Оберезин там может, честно говоря. Ох, как через рикошет. Посмотрите. Метра 3 на ката был вариантик. Не мудрствуя, Лук. Будет прострел, да, ну-ка. И второй. Будет прострел, да, ну-ка. И второй. Будет прострел, да, ну-ка. И второй. Гулиев чуть-чуть поодаль. Прямого удара нет, стреляет Касимчук. Спокойнее себя четверка чувствует, как расчертили Карелин в домик голкиперу. Именно такие моменты. Еще раз Карелин на дальнюю, на сей расстрелял. Сейчас побыстрее бы Гулиев сделал эту передачу. И звенит у нас перекладина. Вот это красиво. Ух, попадает мяч в Горожанинова. Все это из разряда домашних заготовок. Ой-ой-ой, вновь через рикошет от того же марки и цвета, поскольку счет, который... Ой, как на тоненького не... Ставят ногу Николаев. И здесь, естественно, голкипер эпизоды по максимуму. Ой, как, ой, как! Ой, как! Здесь чуть-чуть в пятку, аккуратней. 1-1 еще из подключения. Ох, рикошетик, опять же. С прокатами вновь подставлял. Сейчас ножку. Посмотрите, какой брак, и, друзья... Перевернуть. Посмотрите, какой брак. И, друзья, перевернуть. Очень плотная. И посмотрите, как с прокатиком. Аккуратненько. Очень плотная. И посмотрите, как с прокатиком. Аккуратненько. Было касание соперника. А вот это опасно. Ну-ка. Ох, рядом со створом ворот. Также гостеприимный Коми край. В сантиметрах с дальней штата. Не вынырнул здесь из-под игрока Егоров. И тут же наказали. Штата. Не вынырнул здесь из-под игрока Егоров. И тут же наказали. Ух ты. Там 300, будем говорить, 330 там километров. И также сегодня позиция-то была хороша. Но уж насколько леворабочая или нет. Опять ошибка. Здравствуйте, вновь наши приветы летят в город Ухта и в город Челябинск, поскольку именно он гораздо поплотнее. Ох, как Касимчук-то едва не напортачил. Ну-ка, спасай команду, да. Опять Касимчук мучается с этой передачей. А все почему? Потому что партнеры... Ой, как в касании не попал Березина с этой передачей. Ни при чем. А все почему? Потому что партнеры... Как в касании не попал Березина. Отличная передача. Суменков. Суменков. Осталось только раз в атаку. Подключаясь и как минимум. Через рикошет. Касимчук так может напортачить. И не попадает в пустые ворота. Релина раскачать. Вообще, конечно, 3 на 4 это та ситуация, когда гораздо очень хладнокровно и четко. Очень многие отмечают, что самое главное как раз стартовые минуты, когда ты либо пропускаешь, либо забиваешь. Отбивается прокат Мусатов. И еще здесь прокатом. Ну сколько там людей? Прокатом. Ну сколько там людей было? 1-1. Браво, вратарь. И здесь неплохо. Не поп мячик подскочил, да, от паркета. И поэтому... Под удар Дэна. Перекладина и добивание вторым темпом. Суменков на Кунцмана, Кунцман на Карелина. Карелин.
Снялся с Карелиным местами. Вот как раз и Карелин. Ох, обманул. Разыграли четко. Снялся с Карелиным местами. Вот как раз и Карелин. Ох, обманул. Разыграли четко. Ну и тут 3 в 2. Можно отдавать на Карелина. Карелин. Горожанина в ближний угол. Почему? Можно играть. Нечего тут размахивать руками. Не попадает Платонов. Мусатов. Не будем транслировать и комментировать встречу между новой генерацией.